Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и это реально у меня очень страшная дача предстоит. Fun with Bellumboy. Bellumboy? Оу! То есть у нас вместо плаштрапа Bellumboy. Используйте флешлайт, чтобы остановить Биби и остановить его на кнопочке X. Понятно, понятно. Он выглядит очень страшно. Ты посмотри на все эти страшные зубы. Где ты таких набрал? Так, надо ждать. Надо ждать, надо ждать. Вот это мой фаворит. Он обалденный. Ну что, теперь у нас все начнется посерьезочки. Я, кстати говоря, убрал ускорение времени, то есть теперь ночи будут долгими-долгими. Ну, не прям долгими-долгими, но они будут, наверное, 6 минут. Ну да, как обычные, короче говоря, ночи. Оп! Я снова в моем любимом, дорогом моем доме. Давай сразу пожмякаем на Фредика. Отлично. Фух, о, этот Bellumboy. Такой страшный. Мне после него пришлось, на самом деле, даже приостановить запись, чтобы пойти выпить чего-нибудь. Он реально страшный. Я даже и не шучу. Я серьезно приостановил запись и... Что это за лампа? Что это вообще за отвратительная лампа? Кто такие держит? На самом деле, у меня дома такая есть. Она прикольная, знаешь, в ней такая смола плавает туда-сюда. Но не смола, она как-то по-другому называется. И она плавает такая, что-то... Переливается там. Здорово. Фредики? Фредики пока нету. Что насчет справа? Да, Чика у нас на кухне опять кидает там свои эти. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас же на меня опять Манго нападет. Я не хочу, чтобы на меня Манго нападал. Кидает там свои тарелки. Везде вокруг. Разбрасывает тут, понимаешь, а потом меня убирать. Вот приходят к тебе, короче, домой аниматроники. Начинают дебоширить. А давай там еще и убирай за ними. Что за безобразие? Что это, ё-моё, за неуважение? Пока что все идет хорошо. Глянь, какие, кстати, клевые у меня там эти фуфа, такие рубашечки. Одна рубашечка относится к зеленому парню, другая относится к розовому, фиолетовому парню. Интересно, все это было просто ничем? То есть это не имело никаких смыслов? Это определенно был Чика. О, я боялся, что она все еще там. Эй! Я видел тебя! Я видел тебя, маленький Фредли! Нет, вроде бы все должно быть чисто. Фредли, Фредли, ты меня не возьмешь, потому что я тебя... Кокош. Винди, великий рифмоплет. А! Вау! Мы же ни разу еще не пугались Чики, да? Может быть, устроим? Может быть, посмотрим, как она нас напугает. Я также хочу посмотреть на Бонни. Хочу посмотреть на Бонни, хочу посмотреть на Чуку. Я хочу посмотреть на них. Нет, не смотри туда так долго. А то опять придет Мангл и опять напугает. А Мангл-то мы уже видели. То есть смотреть на нее снова бесполезно. А вот на Чику с Бонни. Они выглядят как какие-то лавовые существа. Знаешь, такие страшные лавовые. Ты меня не возьмешь! Мелкий, пронырливый, противный, зануда Фредди. Что за вообще, что за нытик? Что за нытик? Лежит у меня, понимаешь, на кровати, ноет, потом приходит его батяня, орет на меня. Что это за воспитание такое? Ходят и орут, ходят и орут, ходят и орут, ходят и орут и мусорят. Все, что они делают. Ты заметил, кстати, что у нее... Вместо кексика в руках тыква. Страшная тыква. Да! Мне всегда радует, как они орут. Они словно пугаются, они такие. И улетают. И тебе привет.
Повернись! Сюда. Что там? Ничего! Ничего, абсолютно ничего. Тогда вы возвращаетесь назад, просто смотри назад. Не, Фредди, уйди! Молодец. Теперь налево. Что слева? Ты гляди, тишина. Суд, подходить ко мне. Просто пропускают они свои возможности, чтобы меня поймать. Ибо им нужно просто рядышком сюда-туда бегать, вместо того, чтобы там далеко от меня ходить, прятаться что-то. А давай напугаемся. А нет, он ушел. Я уже был готов. Кто-то бегает вокруг меня. Не смейте бегать. Давай. Теперь врубим все же экстра и пройдем эту ночь на более ускоренном режиме, чтобы не тратить особо много времени. То есть ты понял, да, я стараюсь каждой ночи как минимум один скример получать по своей, как говорится, воле. Хотя бы Лумбой это было сомнительное удовольствие. Лумбой меня порядком так напугал. Никого нету? Ну, я думаю, с ускоренным-то режимом мы пройдем. Что тут, какие проблемы? Тут и карту не нужно ставить. А если и с этим будут проблемы, то и карту поставим. Правильно, Фредди? Да. Видишь, Фредди с нами согласен. Никого не слышно. Интересно, а почему я через окна не вижу ничего? Почему через окна я вижу просто темноту? Ты же не издавал звуков! Как говорится, хочешь скример, получай скример. Хочешь один скример, получай два. Этого я не планировал. Этого тебя баняш, я не планировал. Зачем ты напал? Тебе еще рано. Впрочем, киюшки. Ничего, никаких проблем. Там еще было, даже одного часа не прошло. Одного часа не прошло, он меня поймал. Погоди, звук был у шкафа? Нет, показалось. Мне показалось, что там просто открылся шкаф, и значит, ко мне пришел мангл. Но нет, никто ко мне не пришел. Я буду здесь стоять, короче, сначала секунд 10, чтобы услышать, пришел он, чи не пришел он. Он ко мне, он даже не дышал. Он просто из ниоткуда такой, и все. Это нечестно. Вот, к примеру, здесь никого нету. Видишь? Никого нету. Никого, кроме шикарных окон. Окна, покупай. Вот здесь, к примеру, есть. Вот теперь слышно. По-моему, он ушел. Да, он ушел. Сразу прогоняем маленьких Фредиков. Фредик. Фредики даже не появились. Вот это да. Что-то они разленились. А, Чика там опять на кухне зависает. Опять жонглирует моими тарелками. Чика! Хватит жонглировать тарелками. Чика, это из тех людей, которые, знаешь, не умеют готовить, а хотя посуду все поломают. Все равно всегда страшно включать свет, потому что они могут в последний моментик, в последний мелепизичок влететь. Ничего нету. А-а-а! Есть! Вдали там прячется! Прячется, шакалюга! Все тихо. Чекуйся. Давай проверим на всякий случай, вдруг она тут? Нет, ее тут нет. Я все боюсь, что она ко мне придет, просто, знаешь, так аккуратненько, я ее не замечу. И она меня убьет. Она пришла! Ага. Так, сначала здесь прогнать никого нету. Готовься! Она всегда издает звуки. Все, она теперь всегда будет жужжать. Теперь она всегда будет там все жужжать. Почему все на одной ночи? Почему? Пошли вы, хорошо? Пошли вы все!
Я выдвигаю серьезную альтерерию. Короче, заява. Это заява. Хаусма, понятно? Понятно? Все. Все. У меня есть карта. Теперь у вас нету ни единого шанса. Ни единого. Так. Теперь мне можно даже не особо париться, потому что я вижу всех. Вот они все. Вот это слева, это Баняша. Вот это вот желтенькая, это Чикуня. Красненький, это, конечно же, Манго. Почему Манго? Потому что Фокси. Понятно? Понятно. Никого не появляется, просто ждем. Просто ждем и не паримся. Вот так вот. Губы обязательно надо уточкой, иначе не работает. Что-то они там зависают все вдвоем. Интересно, чем занимаются Чика и Манго? Давайте подумаем, чем могут заниматься Чика и Манго. Сколько вас тут? Побережите мне еще! Это всего лишь подушка. Какого фига? Чего вы такие быстрые в этот раз? Я сейчас случайно режим Бешеный Фредди врубил? Да вроде нет. Почему он всегда там? Что с тобой не так, мелкий? Ладно, по крайней мере, я всех вижу, как бы. Мне просто надо крутиться и прогонять его. Крутиться и прогонять его. Баняша справа. Тьфу, ты слева. Чика справа. Иди. Молодец. Теперь сразу назад. Быстренько прогнать. Чика. Закрывай дверь. Отлично. Это резко стало гораздо сложнее. Все? Он перестал появляться. Что за больной? Я не улавливаю, что это сейчас было? Они постоянно там появлялись. 24 на 7. Там мы, маленький Фредди. Глупости. Я же не включал никаких челленджей. Просто... Все, ждем. Ну давай, наверное, проверим с этой стороны. Ну просто так, знаешь. Чтобы аниматроники знали, что я не стою на месте. Что я двигаюсь. Что у меня все нормально там с формой, все такое. Бегаю туда-сюда. Интересно, а... Когда они ко мне вообще подойдут? И, по-моему, там самим нормально. Чика опять на кухне зависает. Да, кстати, это точно Чикуня! Сколько же она пробежала ради того, чтобы попытаться ко мне забраться, а? Она прям пробежала пол этого здания. Ну! Давай! Либо 6 часов, либо вы приходите. О, Чикуня рядом. Я вижу ее. Все, супер. Наконец-то! Хотя бы считали. Но я прошел. Ну, прошел же. Значит, давай. Мини-игра. Что у нас изменилось? 3 часа до пати. 3 дня. На самом деле много изменилось. Он ушел без тебя. Он знает, что ты ненавидишь быть здесь. Ты прямо перед выходом, если ты побежишь, ты можешь это сделать. Я могу это сделать. Быстрее, беги к выходу. У нас появились летучие мыши и паутина, а также черный шарик. А летучая мышь появляется где? Там, где Бэтмен. Значит, вот это парень Бэтмен в костюме. Просто он сменил костюм с летучей мыши на медведя. Confirmed. Слишком поздно. Беги, найди другой путь. Кто-нибудь поможет тебе. Ты знаешь, что произойдет, если он поймает тебя. Пока, добрый дядя в костюме. Ты можешь найти помощь, если ты пройдешь. Ты должен быть сильным. Чё-то не очень я сильно, раз я начал плакать. Завтра другой день, и завтра другая игра. Всем бобра, дорогие друзья. Ночь. Она путает мои мысли. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся с вами в следующих видео. Всем пока. Удачи!